У меня сейчас будет, коллеги, доклад, посвященный диареям, диарейному синдрому. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что проблема диареи, коллеги, и диарейного синдрома – это одна из наиболее актуальных проблем во всей педиатрической практике, не только в отечественной, но и зарубежной. И в мае 2017 года, вот если мне включат презентацию, вы увидите, ВОСП выступил с заявлением, в котором сказал, что диарея является второй по значимости причиной смерти среди детей до 5 лет. И я позволю себе прочитать несколько выдержек из программного доклада ВОЗ, который прозвучал как раз в рамках 25-й Европейской гастронедели. У детей младше 5 лет ежегодно отмечается 1,7 миллиардов эпизодов диареи, что приводит к 124 миллионам посещений клиник и 9 миллионам госпитализаций. И дальше еще более печальная статистика. Смертность от одного только острого гастроэнтерита среди детей во всем мире составляет 15% от всех случаев смерти детей. Причем 98% этих смертельных исходов приходится на развивающиеся страны. И хотя в реалиях нашего отечественного здравоохранения, к счастью, мы вряд ли можем отнести острый гастроэнтерит к смертельно опасным заболеваниям, то есть летальные исходы, конечно, встречаются, но нередки. Но тем не менее, именно острые диареи служат причиной большой напряженности в семье, причиной множества неоправданных, не всегда оправданных госпитализаций, приводит к большим расходам со стороны системы здравоохранения. И я бы еще сказала, что диарея, ну, впрочем, как и запор, является такой терра-инкогнито или золушкой педиатрии. Вроде бы мы все знаем, как лечить диарейный синдром, но то, как мы это лечим, не всегда соответствует принципам доказательной медицины, которым мы должны следовать неукоснительно, хотя бы потому, что первым базисным элементом любых современных гайдлайнов, любых современных протоколов, как раз значится пункт соответствия ВОЗовским стандартам и принципам доказательной медицины. Так, согласно трактовке Всемирной организации здравоохранения, диарея определяется как 3 или более эпизода послабления стула по сравнению с предыдущим 24-часовым периодом. При этом под послаблением стула понимают неоформленный или жидкий стул, под эпизодом послабления стула в течение одного дня и более, ну а, соответственно, под окончанием эпизода, по крайней мере, 2 дня после нормализации стула. ВОЗ подчеркивает, что частый, но оформленный стул или неоформленный пастообразный стул у детей, находящихся на грудном вскармливании, диарейным синдромом не являются. Нельзя сказать, что это определение какое-то каноническое. Более того, в 2013 году в журнале Lancet был опубликован систематический обзор, который объединил 138 исследований. И вот согласно этому систематическому обзору выделяют 64 различных типа диареи и приводят 68 ее определений. То есть, по сути дела, коллеги, каждая уважающая себя страна имеет свое определение острой диареи. Но это определение поддерживается ВОЗ, равно как поддерживает ВОЗ и классификацию диареи, представленную на данном слайде. Хотя вот правомочность использования терминов, как хроническая, постоянная, продолжительная, затяжная, она периодически оспаривается некоторыми авторами. Но что никем не оспаривается, так это то, что определение типов диареи основывается не на этиологии развития, а на продолжительности симптомов. Поэтому мы с вами привычно выделяем острую диарею, которая длится до 7 дней, продолжительную или затяжную диарею, которая длится от 7 до 14 дней, и хроническую или постоянную или стойкую диарею, которая длится свыше 14 дней. И вот любой из этих типов диареи заслуживает нашего внимания, безусловно, но тактика лечения в ряде случаев будет прямо противоположная в зависимости от типа диареи. И каждый врач, который приступает к обследованию больного, должен следовать определенному алгоритму действия и решать для себя 3 задачи. Первой задачей, конечно, все-таки очень желательно определить тип диареи. Острая диарея навсегда требует исключения инфекционного состояния, вирусного, паразитарного, бактериального, тогда как хроническая диарея, конечно, чаще имеет неинфекционную природу, и она обусловлена либо органическим или функциональным заболеванием. Каким, коллеги? У гастроэнтерологов есть хорошая подсказка. Если диарея обусловлена органическим заболеванием, то она может отмечаться в любое время суток. И иногда дети по 3-4 раза встают за ночь, чтобы опорожнить кишечник. Если же диарея встречается только в дневное время, особенно в ранние утренние часы, то это как раз типичный признак функциональной патологии, вот скажем, СРК. Второй шаг – это хирургическая настороженность. А может быть, по значимости следовало поставить на первое место, потому что мы всегда опасаемся острой хирургической патологии, которая требует наших ургентных действий. И, наконец, третий шаг – выявление наличия и степени выраженности интоксикации, обезвоживания и других нарушений, которые требуют
как неотложной терапии, так и госпитализации. И уже Всемирная гастроэнтерологическая организация выделила 17 показаний госпитализации при инфекционных диареях у детей. Я их не буду зачитывать, они представлены на слайде. Для удобства использования их разделили на показания, связанные с анамнезом морби, анамнезом вита и, в общем, собственно, клиникой. Я не буду подробно останавливаться, коллеги, на всех этих аспектах. Времени нету, тем более, что вчера, я знаю, был прекрасный доклад Сергея Александровича Крамарева, посвященный острым гастроэнтеритам. Лучше него я все равно не скажу. Я хотела бы остановиться именно на лечебной тактике, потому что, начиная с апреля, с апреля 2017 года, ВОЗ считает доказанной при острых гастроэнтеритах у детей эффективность только двух терапевтических мероприятий. Это регидратация и это диетотерапия. Что касается регидратации, то отдается предпочтение оральной регидратации, к пероральной только в крайних случаях рекомендуют нам прибегать. Что касается диетотерапии, то тут не все так однозначно, потому что ВОЗ настаивает на добавках цинка, которые уменьшают продолжительность диареи на 25% и приводят к уменьшению объема стула на 30%. Поэтому ВОЗ рекомендует добавление цинка в случае острых диарей на 10-14 дней, в случае хронических диарей до 6 недель у детей, страдающих диарейным синдромом. Нельзя сказать, чтобы эта рекомендация с восторгом была воспринята в Европе, и большинство европейских протоколов по-прежнему считают, что мало данных для поддержки этой рекомендации для детей в развитых странах. Поэтому большинство, опять же, европейских протоколов предлагают нам по-прежнему соблюдение диеты БРАТ. Мы вчера о ней говорили на нашем дискуссионном клубе. Б – бананы, Р – рис, Э – apple search, яблочное пюре из печеных яблок, Т – тосты, сухарики. Иногда диета БРАТ добавляется еще одним Т – чай. Конечно, эта диета связана с мальнутрицией. Конечно, ее долго придерживаться, ее ни в коем случае нельзя, поэтому 1-2 дня, ну, в случаях острой диареи, во всяком случае, несколько дней. Если вдруг нам требуется более длительное соблюдение диеты, если диарея не острая, тогда мы диету БРАТ использовать не можем, мы используем диету FODMAP, тоже вы знаете, да, это диета, которая ограничивает короткоцепочечные углеводы, которые плохо или не полностью всасываются в тонком кишечнике и способствуют развитию дисахаридазной недостаточности. Исключаются палеолы, моносахариды, в том числе фруктоза, олигосахариды, включая фруктаны и галактоолигосахариды, и дисахариды, включая лактозу. Исключаются, коллеги, все продукты с высоким содержанием лактозы, молоко, кефир, йогурт, а потом уже сливки, творог и сметана. Почему, коллеги? Потому что тоже у гастроэнтерологов есть подсказка, чем жирнее молочный продукт, тем меньше в нем лактозы. Поэтому на самом деле интересно всегда видеть рекомендации некоторых инфекционистов, которые при выписке ребенка из стационара пишут ограничение молока и творога с полноценным употреблением кисломолочных продуктов. Да, на самом деле в кефире тоже лактозы очень много, а вот как раз в жирных продуктах мало. Поэтому твердые сыры и некоторые сорта мягких сыров, такие как бри, фета, камамбер, моцарелла, использовать дети могут, потому что там есть лактоза, но ее малое количество. Всегда, когда у нас есть вузовские рекомендации, мы с особым трепетом ждем рекомендации СПГАН, нашей профильной организации, потому что всегда СПГАН немножечко корректирует рекомендации ВОЗ. Так случилось и в этот раз. ИСПГАН, начиная с 2014 года, по-прежнему настаивает на том, что вот эти два терапевтических мероприятия, диетотерапия и оральная регидратация, должны быть дополнены еще двумя. Это применение энтеросорбентов диасмектита и применение некоторых пробиотиков. Коллеги, почему некоторых? Потому что мы уже давно перестали обсуждать полезность пробиотиков взагали. Да, все штаммоспецифично очень строго. Поэтому есть пробиотики, доказавшие свою эффективность, а есть пробиотики, увы, не доказавшие. Пробиотики с отрицательной рекомендацией при острых гастроэнтеритах Enterococcus faecium. Пробиотики с недостаточными, к сожалению, доказательствами эффективности. Escherichia coli nestle, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Bacillus clausii. И пробиотики с положительной рекомендацией Lactobacillus GG, Saccharomyces boulardii и Lactobacillus reuteri DSM 17938. Но я сегодня хотела бы подробно остановиться не на вопросе пробиотиков, об этом уже очень много было сказано, а на вопросе энтеросорбции. Тем более, что класс энтеросорбентов в наших реалиях, как в общем во всем мире, является одним из самых используемых классов лечебных препаратов. И на самом деле энтеросорбенты как лечебные средства известны с глубокой древности, еще Авиценна в своем каноне врачебной науки из 7 постулатов искусства сохранения здоровья на третье место поставил метод, который соответствует нашему современному пониманию энтеросорбции.
Так вот, все сорбенты, конечно, должны обладать двумя основными свойствами: сорбционной емкостью, то есть то количество вещества, которое сорбент успевает связать на единицу своей массы, и второе свойство – способность сорбировать самые разные химические структуры. И чем шире этот список, тем лучше сорбент, тем он эффективнее. Все современные энтеросорбенты так или иначе имеют более-менее широкий спектр применения, но не все коллеги имеют абсолютный профиль безопасности. Вот давайте посмотрим, любыми среди наших педиатров группы сорбентов – угольные сорбенты, представленные в частности активированным углем. Он действительно хорошо сорбирует токсины, яды, соли тяжелых металлов, но, коллеги, угольные сорбенты при длительном повреждении повреждают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, они вызывают синдром малабсорбции, они, в конце концов, запрещены в детском возрасте до 5, а некоторые инфекционисты говорят до 7-летнего возраста, из-за угрозы инвагинации кишечника и применяется только в случае экстренной детоксикации. Вторая группа на основе диоксида кремния, белый уголь, полисорб, тоже имеет широкий спектр сорбции, но гидрофильные частицы очень мелкие, они проникают через энтерогематический барьер, поэтому эта группа сорбентов запрещена при острых гастроэнтеритах. И, наконец, лигниновые сорбенты, представленные такими сорбентами, как полифепан, фильтрум и так далее, любимая среди наших педиатров группа сорбентов. Почему? Потому что полимер растительного происхождения, мы любим растительного происхождения препараты, но не надо забывать, что тот же лигнин является благоприятной средой для размножения микроорганизмов, накопленные бактерии не разрушаются на самом деле, и сорбент превращается в такой инкубатор для этих микроорганизмов, поэтому благодаря гидрофильности обнаруживается в регионарных лимфатических узлах, запрещен при острых кишечных инфекциях и острых гастроэнтеритах. Каким должен быть современный сорбент, который мы можем назначать при острых гастроэнтеритах? Высокая сорбционная емкость, безусловно, отсутствие токсического травматического воздействия на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, хорошая эвакуация из кишечника без потери полезных ингредиентов, отсутствие отрицательного воздействия на микрофлору, отсутствие системной фармакокинетики, то есть они не должны проникать, эти сорбенты, через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, ну и, конечно, хорошие органолептические свойства и удобная лекарственная форма. Так вот, ЭСПГАН, еще раз подчеркиваю, рекомендует только применение одного единственного сорбента – диасмектита, антидиарейное средство на основе белой глины. Более того, это единственный сорбент, который может сорбировать и вирусы, и бактерии, а большинство острых гастроэнтеритов вызваны все-таки вирусными диареями у нас. 100 лет прошло с момента высказывания известного профессора Жан-Мари Триата, который сказал, что медицинские глины являются не просто естественным сырьем, применяемым в качестве лекарственного средства, а по сути представляют собой само лекарственное средство. И через 90 лет после этого высказывания мы уже стали относить энтеросорбцию не только к патогенетической терапии, но и к этиотропной терапии. И известный профессор Ханя Шаневская проанализировала в 2006 году 9 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований по эффективности диасмектида при острых гастроэнтеритах и установила, что включение диасмектида в алгоритм терапии сокращает длительность диареи в среднем на 23 часа. А в следующем году было проведено еще 2 параллельных двойных слепых плацебо-контролируемых исследования по изучению уже двойной дозы диасмектида при острых гастроэнтеритах, и было установлено, что среднее значение массы стула в течение 72 часов было ниже в группе диасмектида, чем в группе плацебо, и что в группе диасмектида продолжительность диареи была достоверно меньше. Конечно, вот этот прекрасный эффект, который нам дает диасмектид, очень сильно зависит от того момента, когда мы его назначили. Если мы его уже присоединяем к терапии, эффективность будет меньше, назначается всегда в первые часы болезни. Почему именно диасмектиды, коллеги? Вещество тоже естественного происхождения. Способно связывать воду в количестве 8 раз превышающем собственный вес сорбента. Как я уже сказала, сорбирует и вирусы, и бактерии, и токсины, связывает и удаляет до 90% ротавирусных частиц, то есть применяется при ротавирусной диарее. В отличие от антидиарейных агентов, таких как интостопан, лапирамид, не угнетает моторику желудочно-кишечного тракта и не вызывает констипации. То есть это тот сорбент, который не вызывает запора, что тоже очень для нас важно. Ну и, конечно, как любые диасмектиты, на самом деле прекрасные репаранты, они восстанавливают слизистый барьер кишечника, обладают цитопротективным действием. У нас есть на нашем рынке наш отечественный, недавно появился диасмектид. Называется диасмектид абсорбин.
который обладает хорошей как абсорбирующей, так и адсорбирующей способностью. То есть на поверхности слизистой оболочки образуется защитный слой, и этот сорбент имеет высокую обволакивающую активность по отношению к слизистой оболочке. Разрешен к применению уже с двухмесячного возраста, имеет приятные органолептические свойства. Форма саше подходит, в общем, детям любого возраста. Что Испыган не рекомендует, коллеги? В наших реалиях по-прежнему существует практика рутинного назначения антибиотиков при любом попадании ребенка в инфекционный стационар. Так вот, начиная с 2008 года, Испыган утверждает, что ведение больных с водянистой диареей без использования антибиотиков по-прежнему оправдано, а назначение антибактериальной терапии по поводу сопутствующей бактериальной инфекции не влияет на сроки купирования гастроэнтерита. Антибактериальная терапия может быть показана только в тяжелых случаях шигеллеза, сальмонеллеза, а также при инфекции, вызываемой кампилобактером. Ну вот последний, да, завершающий слайд. Что Испыган рекомендует, а что Испыган не рекомендует? Посмотрите, пожалуйста, не рекомендует противорвотное, не рекомендует противодиарейные, такие как лапирамид, не рекомендует препараты висмута, не рекомендует любые другие группы сорбентов, такие как активированный уголь, каолин, пектин и так далее, не рекомендуется пребиотики, не рекомендуется желатинотонат, не рекомендуется нефроксазид, который у нас льется рекой. А что рекомендует? Оральная регидратация, диасмектит, некоторые пробиотики и иногда под вопросом добавки цинка. Коллеги, видите, рекомендуется гораздо меньше, чем не рекомендуется. И это очень хорошая для нас новость, потому что Чехов говорил, что если против какой-либо болезни предлагается очень много средств, это означает, что болезнь неизлечима. А острый гастроэнтерит даже в наших реалиях излечимая патология. Спасибо вам большое.